вона змогла бути дитиною. І тому цю народила божественну красу. Ну, чудо, безусловно, чудо, когда она сама не ожидала, что ей так это все увлечет. Уже мы и думали, что у нас божеволие, но она нормальная женщина была, нормально мыслила, все нормально. Когда погибла дочь, когда сына посадили, умер муж, все, у нее никого не осталось, дом стал пуст. И ее тяга к рисованию, когда никого в доме не осталось, когда она осталась один на один. Успокоение души, так бы, как ліки це для неї було. В 64 года впервые взять карандаш и понять, что это какая-то жизнь, параллельная жизнь в жизни. То есть, может быть, это и есть какое-то, опять-таки, такое трехмерное пространство жизни, или там, я не знаю сколько, семимерное. Жалела я тільки, я пробачаю, що це я так я казала, я кажу, витрачали ви гроші на цю краску, що собі б купили, поїсти щось вкусніше, бо ж це ж за пенсію, вона це все. А вона каже, ні, це для мене, ну, от як питання. Як от щось вкусне з'їсти, то я лучше намалюю, куплю ванку краски. І вона купляла краски і малювала. І ніхто не жертвував, ніхто нічого не давав. Навіть було таке, що сусіди не знали. Вона не хотіла, щоб сміялися. Бо каже, одному понравиться, другий буде сміятися, не показували. Вот, я розумію, що так може не кожен. І тут трудно об'яснити це. Тут и набор красок, цветов, да, и такая смелость мазка, и композиции, и сами образы. Здесь много чего впечатляет. Кажется, что она надеялась на то, что эти росписи, вот эти сюжеты, такие миролюбивые, добрые, наполненные любовью, что они изменят сына. По ее рассказам, вот этот первый сюжет, который на телевидении был снят о ней, каким-то образом
в тюрьме его увидели, этот сюжет, и сказали: смотри, это же твоя мама. Она же известный человек теперь стала. Ты же можешь гордиться. Он говорил: да нет, она, наверное, с ума сошла. Стопроцентное искусство, вот. Но мы его называем наивное, хотя тут есть и философия, есть и мифология, есть и опять-таки техника исполнения. Все это в совокупности дает право называть это уникальным явлением и шедевром изобразительного искусства, тем более нашей Украины. З конверту, да? Да, була свята церква. Так, так чому ж ти не ця? Ну, подивіться на дзвіниці. Купол. А, ну, просто поміняли. Ну, купол. Купола, а да. Ворота? Ворота, да. Ворота, да. Нужно. А вот это у нее такой дом разрешился? Дом, а, все дома. Это вы теперь как делегация. Я знаю, да. Что-то типа возят туристов, показывают им, как это она там разрисовала. Да. А больше таких хат нема в Цирюпинську? Ничего вы не знаете? Нет, да? Я не знаю. Это она такая бабушка, это она так красиво расписывала все. Да, да. Да, здорово. Ну что значит талант? А вы доверили так церковь расписать? Нет, конечно, потому что она расписывается по канонам, а не потому, как кому как думается. Есть определенные правила, даже иконы нельзя рисовать от своего желания, понимаете? Должны быть определенные рамки, где можно, а где нельзя это все переступать.